Добрый служки, добро пожаловать в Rocket League. Со мной сегодня Чубикс. Шалам алейкум. Ну а что ж, ребята, вышло у нас обнова. У нас появился новый сезон в Rocket League. И, соответственно, мы получили определенные награды. Ребята, в моем гараже сегодня тусуются вот такие вот прикольные оберточки. У меня есть за бронзу, за чемпион, за сильвер, за платину, за голду и за даймонд. Я так понимаю, у тебя за платину, да? Ну... Честно я тебе скажу, эти оберточки, ну, такое, 50-50, не прям супер-класс. Ну да, да, можно было лучше сделать. Я даже не знаю, что можно какой-то кастомайз, типа, сделать. Вроде как, я мельком увидел, там есть новая кастомизация, которая появилась у нас в Rocket League. Но мы это все заценим, поэтому прямо сейчас напомним, ребята, что тег автора у меня есть. Немо FlagGK, если вы хотите поддержать меня, можете залететь в магазинчик, нажать саппорта креатор и вписать сюда вот так вот лапками, вот так. Немо... Флэк, JK, и вы великолепны. Спасибо огромное, кто это сделал. Кстати, что у нас тут? Интерстеллар. Ух, ебать, там посмотри, какая обертка. Ничего себе. Да, вот это классно. Там космос какой-то. Да не космос. Да, разлили, блядь. Не, прикольно, прикольно. Но я вот подумал, кстати, купить или нет. Ну, короче, ребята, сегодня мы будем обозревать Rocket Pass, и я думаю, что можем сыграть какую-нибудь каточку. У нас, как всегда, каждый Rocket Pass, это у нас новые тачки, это у нас ремикс. Ремикс. Так, я покупаю Rocket Pass премиум. Окей, покупочка и вуаля. Мы получаем сразу это R3MX. Ну, ремикс, короче. Ремикс буду называть. Какой ты код вел, Джонни? Какой ты код вел? Немо FlagGK. Да, я тоже. О, молодец, красавчик. Вот этот, типа, плеер баннер, он прикольный, на самом деле. Прям вот это вообще под мою аватарку охуенно подходит. И знаешь, что мне этот логотип напоминает? Тиктоник. Ты помнишь, что это, типа, там такая же, блин, хуйня, типа... Так, кстати, да. Машина похожа на НД, нет? Ну, что-то так есть такое. Нужно будет ее потом обязательно потестить. Обязательно. Так, тир 3 у нас... что это у нас? А, это сзади... Как будто флэш такой, блядь, бежит нахуй. Так, тир 5 это у нас дрампад. Прикольно. Бля, я на самом деле... Тир 5. Я на самом деле любил в свое время дрампады. Они охуенные, типа, знаешь, видосы с этими видосами. Красиво-красиво выглядит. Так, тир 6 это хуйня. Тир 7, колеса хуйня. Тайтл дива хуйня. На тир 8 у нас получается арбузы на мерк хуйня. Тир 9 это на вот этот ремикс. Берточка. Ну такое. 11 колеса тоже говнистые, не очень. Блять, кстати. Да, да. Сэр, я Стали. Я Сталин, наверное, они хотели. Тир 13, вот. На Октейн есть оберточки. И смотри снизу. А что это такое? А, саундтрек? А, Anthem. Limited Player Anthem. Мне кажется, что, знаешь, эта музыка проигрывается, когда ты, типа, либо гол забил, либо когда, мне кажется, закончился матч, и там музыка вот эта вот играет. Вот реально хуй знает. Ну, Anthem играет. Это вроде гимн и переводится. А, ну, скорее всего, да, наверное, как-то так. Когда, знаешь, типа, гол забиваешь... И вот это, когда идет реплей, вот в этот момент, мне кажется, гимн играет. Я хуй знаю, у меня музыка отключена, поэтому не смогу заценить. Так, тир 14 такое себе, тир 15 картоха ебаная. Не, ну, кстати, 14 мне понравились колеса, прикольные. Что-то я не знаю, мне что-то вообще никак. Тир 15, ну это картошка, тир 16 прикольно. О, кстати, я люблю анимированные такие баннеры, они классные. Не так, хватает их. Тир 17 это у нас получается что? Это баян и... А, ну туда, это баян. Аккордеон. Баян! Тир 18, раскраска такая себе. Тир 19. О! Бэслайн! Ничего себе! Прикольно. Да, прям басуха ебашит, блядь. Звук такой еще прикольно. Тир 20, это фиджет спиннеры, блядь, крутятся. Кстати, реально, SPN называется. Да. Что у нас там? А, ну... На 21-й, типа, и знаешь, какой-то диджейский сезон такой прям. Музыкальный. Да, да, музыкальный, музыкальный. О, кстати, в 22-й охуенно. Бля, прикольно прям. Но он на всех. Но не только на Octane, это классно. Ну да, прикольно, прикольно, нормально. Так, тир 25. Рейв. О, гимн, да. The Conductor. Кондуктор. А будет Dungeon Master просто вот так вот, ебану. Я бы сразу завязал тогда. Да, я тоже Dungeon Master сразу, блядь, тоже. Так, тир 27 хуйня, тоже херня, 29. Ебать, 29, кстати, прикольно. Да, иероглифы, египетские. А ну прям такой 3D, короче. Так, 31 это у нас... Ничего себе! Ну, прикольно. Да, да, прикольно такие.
Я такого не видел никогда, таких колес. Ебать, наркоман, блядь, сидят два нарика, блядь, а таких колес так вставляют, пиздец. Ну, хотя, если честно, так себе, но просто необычно. Ну да, необычно. 33, ну, такое. Почему-то новогоднее, но это нихуя не новогоднее, это просто цвета такие, блядь. Ну, тоже анимированное, видишь, там. Да, да, кассета. Так, тир 24, что у нас тут? Блядь, я думал, они анимированы, нихуя. Да, я это тоже херня. Думал, я тоже думал. Подожди, а сверху не анимировано? Нет, сверху не анимировано. Нет, нет. 35. Понятно. Ну, прикольно. Тир 37. Это... А, ну это, кстати, прикольно. 37 прикольно, да. Так, снизу гимн у нас. Хуйня. Ну, 38 очень так дешево выглядит, но анимировано. Да, да, прикольно. Ну, кстати, круглое. Там очень мало круглых таких баннеров. Ну, вот этих. Да? Рамок, да. У меня как-то шакальное еще изображение такое. Тир 41 это, блядь, эти ланчи в американских школах. У нас, к сожалению, в России такого не будет. 40-40, кстати, классно. Вау, я тоже. Бля, помню. Вообще классно, да. Капец. Есть такой похожий, знаешь, типа на изморозь похожий, как будто заледенела тачка. Но это немного да, другое. Это... Ну, вот именно, которая заледенела, есть такая уже оберточка. Это немного другая. Не, ну я не видел, но это вообще прикольно. 43-й, кстати, классно. Вообще классно. Блядь, идеально подходит под мою аватарку. Просто пиздец. Да, вообще да, да, идеально. Все. Не, я да, просто сейчас смотрю, она уже показывает еще, вообще идеально. Ну, клавиатура эта, детская вот эта тоже. 44. О, кстати, хороший 44-й. Мунсон. Да, Мэнсон. Стиль такой мультяшный. Прикольный. 45-й. Ебать. Опа. Чисто флекс. EDM. 46-й. Ну, знаешь, такие были, я не помню, они зомбо, по-моему, называются, или как. Очень старые колеса такие. На дискошар такие еще похожие, блядь. Что-то такое напоминает. Ну, неплохо, бывает хуже колеса намного. Да. О, ну, кстати, 47-й неплохо. Мне нравится. Это чисто на нее декаль. Прикольно, блин, прикольно. На этой машине декаль даже не анимированный прикольный выглядит. Согласен, согласен. Форма прикольная машина. 48-й лакуна. Ну, это прям очень старые, типа, треки Rocket League. Эти, похуй, тайтлы. 51-й. Такое себе. Ебать, 52-й, смотри, карбон еще нахуярили. Да, мне показалось анимированное тоже. А нет, она реально анимированная. Где? А, да, да, она идет. Я что-то вообще не заметил. Еще мерцает немного. Нет, то, что мерцает, я не вижу. Это я вижу, что она типа просто идет. Она просто плывет, типа, и все. Не, у меня мерцает. Я с монитором прилетел. Да, да, да. Так, 53-й. О, голэксплужинов не было. Ну вот, диджейский, блядь. А, так, смотри, какие еще карта вот такая, видишь, прям. Ебать, карта имба, посмотри назад, нахуй. Это все моя карта чисто. А, ничего себе. Бля, да, да, вот эти вот, типа, полигональные, короче, эти горы и все такое. Бля, ну 53-й на гизмы. Вы, кто на этой тачке вообще на полном серьезе катает? Так, 54-я. Слушай, как у тебя... А, это вторая, типа, версия, понял? МК-2. Но она они... получше. Да, она уже пульсировать еще начинает. Так, тир 55. О, да, да, кстати. Мерцает у тебя мерцает? Да, да, да. Ты знаешь, мне напоминают гирлянды такие на Новый год, знаешь, магазины. Вента также мерцала, как я тебе говорил. А, нет, что-то такое не заметил. Тир 56. А, ну это, подожди, это была. Секунд был. А, анимирована есть. У меня есть такая, да, да, есть такая анимированная. Такие бактерии, как бы. Да, 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 да. 57-я, ну, блядь, хуйня какая-то. Реально хуйня. Так, 50... Это 58-й, да, но хуйня. А вот 59-й музон прикольный. Блин, ебать! Вот я музон забыл врубить. Ебать, прям, знаешь? Я прям представляю, как под эту ебашу прям нереально. Ебать, охуенно. Заебись. Так, тир 61. Такое себе. Мне тоже не нравится. 62-й. Выглядит прикольно, но музыка хуйня. Так, ну колеса ниже. Да, так себе. Тир 60. Ебать! Вау! Это Хантерс, как у меня на Октейне, только на это, бля. Я только понял, что это декаль, блин. Короче, забей. Хантерс это самая лучшая декаль в Rocket League. Прям самая лучшая. Это прям вот. Ты не представляешь, как кайфово она выглядит с моими цветами, блядь. Этот Battle Pass, он реально уже удачный. Блин, он крутой. Да, Battle да, Pass. Да. Я прям, еще знаешь, я вот очень сильно хочу, и вот если у меня будет тачка, вот она вот так прям охуенно выглядит. Вся черная тачка, и вот контуры выделены, знаешь, вот этими вот цветами, блядь. Это очень красиво, пиздец. Хандрес это самая лучшая, блядь, реально обертка на тачке.
Жалко, что, блядь, нету общей Хантерс. Почему? Только на тачке эти. Хантерс, если была бы общая, было бы очень классно. 64, так, такой себе 65. Тоже хуйня. Да, 67 музыка. О! Бля, пиздец, старый трек. Прям... Вообще прям эти старый вайб Rocket League, бля. 68-й. Ну, такой себе. Мне да. Тоже так кажется, что-то не без вау эффекта. 69-й херня вау. Вообще. 70-й. 70-й. Ух, ебать! Это прокачка, у нее уже она, блядь, такая там угленная. Огонь, да, огонь. Да, горит. да, ебать. Блин, ебать. Красивая тачка, да? И батл пас красивый. Блин, да. Сколько раз мы вау сказали уже. Да, вот реально охуенно. Не, они всегда, типа, знаешь, вот тут, понятное дело, прям скины очень удачные. Ты прям понимаешь, что очень хорошо кастомазить это все можешь. Прям как хочешь. Подожди, две прокачки у тачки всего лишь? Как в прошлом батл пасе, прям. Блин. Кстати, мне кажется, третий прям... Вот финальной такой прокачки жестко не хватает для этой тачки, прям. Что вообще, отвал, блядь, пизды, отвал всего нахуй было вообще. Ну, что, дамы и господа, мы прямо сейчас в Unranked Doubles 2 отправляемся. Разъебать. А, ну что, поехали. Чупикс Нурмагомедов. Только, жалко, не новая тачка, типа, это была. О, не тачка, это карта. Карта была, надо ее обязательно как-то поиграть. Но мне кажется, она не будет в ранкеде, она будет только в паблике там каком-нибудь. О, кстати, ну, ладно, ты промазал. Принципе, так, не волнуйся, Чупикс, не волнуйся. Моя любимая, не волнуйся. Не бойся. Да. Не бойся, не волнуйся. Ну, кстати, смотри, разогнались хорошенько. Оп! А ну давай, я сейчас ебану. Пасикс. Опа, сейчас. Он едет, ну ладно, он уже отбил. Блин. Еще повторно. Хорош! Нормально. Anyway, гол. Хороший пас. Ладно, спасибо тебе огромное, Чупикс. Точнее, пасикс. Пасикс. Это Чупикс такой сексуальный, говоришь, блядь, сексуальным голосом, как будто диктор ебаный, блядь. А я специально решил, вот именно этот выпуск решил АСМР сам сделать. Ребят, можно и отдельный лайк ебануть за АСМР. Ух, ебать, Буфон на месте. Хорош. Туда, ой, хорошо. Хорошо, оп. Опа, Асикс. Ой, блин, что ты затормозил как-то. No problem. Опа. Так, это, блин. Ну это нормально. Пошел. Пошел. А ну сипажи, надо вытолкнуть, потому что он. Ой, да. Вот я типа понимал, что он рядом, поэтому я хотел ударить вверх, чтобы она, ну, помешалась ему, чтобы он. Да, не волнуйся, чупи, все нормально. Все, не хорошо. Бойся. Не, главное, не волнуйся. Главное, не волноваться, и все будет заебище. Don't panic. Ух, осуждаю. Блять! Ух ты, тихо. Don't panic. Салам алейк. Ой, блять, Чупикс. Хорош. Нормально все. Не бойся, чуть, не волнуйся. Ладно. Нитро нет. Ой. Друг друга будем успокаивать. Как будто на Карвалоле оба сидит. Нормально. Тихо. Блять, фейковать хотел! Я реально хочу, чуваки, на полном серьезе. Я уже так привык к этой камере. Ну, она типа нормальная. Но я хочу. Ой, я дурак. Нормально. Ты задефал. Хорошо! Бля, я очень хуёво летел. А, нормально. Короче, я хочу. Да. Я хочу просто попробовать и вернуться на свою старую камеру. И спустя столько времени уже, ну там реально. Сколько. Я больше 3 месяцев сижу на этой новой камере. И уже, типа, знаете, сказать впечатление, типа, ой, извиняюсь, блядь. Ну, ебать, я бэмер, нахуй, просто хуерю. Свои же. Пиздец. Хорошо. Хорош. Ехал, я чуть. Наверх? Концентрируюсь. Да. Блядь, нитро нет, сука, назад немного. Дарь. Хорошо. Нитро, раз, два, три. Появилось. Нету? А. Ой, блядь. Блядь, нормально. Полетел. Опа! Еще! Хорошо! Так, чуть-чуть. Попробуй пасикс. Чуть-чуть. Я. Чуть-чуть. Пасикс! Забивай! Хорош. Ой, ты долго разворачивался, конечно. Да, что-то. Я выбью. Решил. Сорян. Ладно. Хорошо.
Васик, еще персон. Ах, сука. Нормально. Блядь, автоголь не нахуй. Хороший пасут, я сейчас прям ряд хороших пасов был. Спасибо. Я проебался. Опа. Ой, как... Бля, он успел среагировал, да. Не, ну, потненько немного. Ой, хотя да. Наш первый матч. Хоть это анранкет вообще, типа, у нас ранкет. Не, там отбил он. Отбивает опять. Отбивает друган. Я на подхвате. Сюда. Ждем, 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 что выбивать будет. Так, ждем его удара второго. Сейчас, я выбью. Ждем, пока он гол забьет. И потом уже можно что-то делать. Оп, блять, не смог. Хорошо. У меня нетра не было, брат. Хуёвенький. Я сам как хуёвенький. Хорошо. Ну там, я, конечно, там не улечу быстро, как ракета. Да. Но, блять, опа. Чукюкс, дело пахнет писюнами. Писюнями. Блять, я пытался его взорвать, вообще никак не получалось. На целую минуту, чтобы закомбачить. Ну да, что-то мы не размяты. Не я думал, у него там запрещенная аватарка, Асус, да, на всякий случай. Бля, залагало! Сука! Блять, я ненавижу нахуй интернет, ебаный. Ну нет, только не гол. У меня, короче, тачка не прыг... Ну, она типа, как бы делала дэш, но по интернетовскому она не сделала дэш. Хорошо, нужно было додриблить немного еще. Так, да-да-да, я от бока играю. От бога? От бога. 51. Ах ты, сука. Давай, давай, быстрее, да. быстрее. Знаты не хватает, честно. Блядь, ну да, там вообще не успеть, нахуй, никак. Блин, печаль. Надо было, наверное, размяться. Нет, все тут нормально, типа. Там они, типа, перепасовываются и все такое. Я пока, знаешь, прям прессинга не чувствую такого жесткого. Ну да, они, типа, ну тебе еще плюс на этом там работают. Да, в этом это, конечно, пиздец. Оп, пасекс. Давай, реализовывай. Я только уехал. Просто у меня нитро тут вообще не было нигде. Опа. Нормально. Я выбью. Хорошо. Сучка толкает меня. Так. Распасовывается. А, блядь, не попал, сука! Ладно. Выбил. Блин, хуёво выбил, конечно. Я прям пытался задефать. Блядь, блядь, что я делаю? Ладно, нормально. Поехали. Оп! Нитро не было, я бы забил. Ну, ладно, 1-3 такой, знаешь. Как говорится, как сезонный встретишь, так его и проведешь, но я надеюсь, это так не будет работать. Ладно, GG. Я, к сожалению, не увидит мой GG. Ну, прикольно, прикольно. Че там? Мне блюпринт дали! Это Black Market! Подожди. Ебать, мне черную дыру дали! Да, охуеть! Она вообще охуенная. Да, блядь! Все, собираю за 2000 кредитов. Блядь, наконец-то! Ебать, мне после катки Black Market выпал просто! Ебаный свет! Вот это реально. Это топовые. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, можно открыть последние рейрдропы, такие, которые у меня оставались. У меня там 10 обычных и 5 эпических. Красный падает, что? О, нихуя себе, сказал я себе. Бля, что у меня дропает такой, ёбаный рот. Может, у меня сразу же колеса какие-то классные. Sun damage. Бля, ну как херово, что брали эти кейсы. Я так любил их, когда они красиво прокручивались, когда ты покупал это все. Ну почему гэмблинг вырезали? Ну почему, зачем? Так все классно блин. Было. Все радовались вот эти вот приколы. Ну блин, а почему? Какая херня пока дропается. Но это рейрдропы. Мне вообще удивительно, что выпало красное. Я удивлен. Вот еще херовое то, что реально тут уже все надо найти. Ты не сможешь. Раньше ты мог типа все это сам фармить, сам открывать, а сейчас ты такого не сможешь сделать. Он отдает. У меня уже есть. У меня столько мусора, который я бы просто реально распылил, типа, переделал бы в кредите, нахуй. Еще красное! Ой, блядь, что за колеса? Это реально красный колес? Это какой-то ужас. Так. Фиолетовая, блядь. Блин, а как эти чертежи работают? Типа, ты нажимаешь вот эту build now, и все, получаешь предмет? Да. Ну, типа, build now за кредиты, за кредиты только ты. Это донат. Да, и ты получаешь предмет, да? Да. Мне тачка выпала с корабля, который у меня есть? С ней выпала тачка? Отсюда бади? Еще бади выпал, или что это? А не...
О, кстати, прикольно, трейлер. Смотри, у меня есть Anodized за 200 кредитов мне брать. Прям прикольно. Anodized, да, прикольно, но вот это типа... Huntress это самое лучшее, бля. Вот если Huntress оставишь, лучше на Huntress оставь. Ну, мало ли тебе Huntress. Это же в БП типа. А. Да, ну Huntress там разные есть типа. И в ревардах посмотри еще, может у тебя реварды есть. У меня, я сейчас открываю 5 вот этих классных. Ой, еще красный выпал, что здесь? Фрактайл Файр, он у меня есть. Да, блядь, такие старые дропы, пиздец. О, еще красная! А это не буст, который у меня есть? А похуй я его надену. Ебать, что-то тут вообще прям сыпет жестко. Вот, а хуйня, конечно. Ой, какой ужас, а не колеса. Еще два. Давай, золотой, пожалуйста. Красная. X-Devil Snake Skin, хуйня. И ластовый дроп. А. Понятно. Да минус Snake Skin. Хуета. Ну, у меня реально огромнейший инвентарь. Сколько всего? Тут не написано, сколько всего предметов. Потому что, написано, чтобы... Назад сделай, там, блюпринт и сколько ты там чертежей. Это блю... Это... У меня 506 чертежей, чтобы ты понимал. Ебать, у меня 160. У меня очень много Black Market, чтобы ты понимал. Бадис у тебя сколько? 41. 96. Нормально. А декали сколько у тебя? 440. 548. Блядь, тут вообще... Нет, тут реально... Просто хотелось бы все это превратить в кредиты, но это невозможно. Ладно, ребята. Короче, я думаю, что в следующем ролике обязательно нужно будет потестить новую тачку. Сказать, как она вообще, вот эти вот моменты. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на мой канал. На канал Чупик, ссылочка будет в описании. Ставь большой палец вверх по этому видео. С вами был Флэджи Кей. С вами сегодня был Чупик. Всем удачи. Всем пока.